Ну что ж, ребятки, вот завтрак туркмена, вот у туркмена завтрак и обед, и ужин, они должны быть разнообразными, однообразными никак не может быть, вот, поэтому вот сегодняшний у меня завтрак, туркменская пицца, можно сказать, это иштлекли называется, а по-простому, по-русски, если говорить, это мясной пирог, ребята. Вот, мясной пирог. Вот, он вот так. Чуть-чуть дрожжевое тесто. Дрожжи чуть-чуть надо, немного дрожжей надо. Дрожжей много нельзя. Вот. Вот такой вот еда. Вот такая вот завтрак туркмена красавчика. Вообще все красавчики, но я иногда перебарщиваю и говорю, красавчик, какой чертов красавчик, старый хрыч, да, можно сказать, но я себя стариком не считаю пока. Вот смотрите, вот с луком, вот, лук, все, зеленый лук тоже, вот это потом нарезается вот так вот. И вот, пожалуйста, с лучком, мясо, зелень, все запечено. Вот такой вот завтрак обыкновенный. Вот, майонезом можно здесь сюда, можно чесночным соусом, в общем, можно оливочками, вот. А так, телятина вкуснятинка невозможная, вот. Поэтому наслаждайтесь. Отдыхайте, кушайте вкусно и живите радостно, и все будет хорошо. Всех вам благ.